Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 мая. Священномученик Иосиф, первый митрополит Астраханский. Родился в Астрахани в 1579 году. Приняв постриг, святой Иосиф на 52-м году жизни был произведен в сан архимандрита Астраханского Троицкого монастыря. В 1656 году он находился в Москве, после чего был возведен в сан митрополита Астраханского. 11 мая 1672 года, во время восстания горожан, святитель Иосиф принял мученическую кончину в Астрахани. Это печальное событие было подробно описано очевидцами-свидетелями, священниками Астраханского собора Кириллом и Петром. Священники подняли тело священномученика и, облачив святительские одежды, положили в приготовленный гроб. На следующий день после совершения панихиды тело святителя было перенесено в один из пределов храма и в течение 9 дней оставалось непогребенным. Затем мощи святителя были положены в гробницу и в скором времени были прославлены чудотворениями. Нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.